Девятка с 99-м регионом, я тебе сказал. Давай, заклейка. Значит, правильно, мы ее поджали с обоих сторон. Одна с Сережей едет. Да-да-да. Ну и что, обыкновенная дорога. А вон, кстати, точка вон. Первым как раз нормально. Первый тут сейчас проложит дорогу, и все, подъем. Бля, Саш, там. О, пойдешь. Ром, пойдешь? Ром. Пойдешь туда, смотри, там, Саша, дорога это так. Мы вообще сейчас стоим на трассе. Ну что, отойдем. Блин, вы бы с трассы бы отошли бы. Думал, что он переедет ее. УАЗик выкинул туда. Парень, красный курт. Аплодисменты бурные. Я мама голову выйдет.
Отходите, отходите, если его снесет. Хороший кадр.
смотрю, ничего это не даст. Вот и все. Площадка. Что ты уже? Давай, ёма. С трехлитровым двигателем, совсем блокировка. А у него не рампа передняя, не рампа. Какая разница? Хотя бы вон эту лебедку потянул к дереву и вытянулся. Отсюда можно вытянул бы. Вот, там конь. Поверь мне, 4 года с ними бегать. Вот такие деревья валят на крышу. А это наши Он тронется с места, он прям сразу отсюда разбегает. Да не тронется. Ну вот, ему с левым колесом надо наезжать на этот пень. Надеюсь, да. Если без лебедки, он немножко вытянет, то скорость не скучит. Неужели он что-то? Все, разбегай. Народ, подальше отойдите. Потому что он будет выскакивать реки. Давай еще. Да не выйдет там. Сейчас выйдет. Не выйдет. Вот, сейчас. Дальше отойдите. Потому что если этот хрень отстрелит, ловите и нет. Сзади отойдите! Подальше от машины отойдите. Thank you.
Все нормально, тут горочку разроет. Давай назад поедем. Ты проедешь. Передовка. А где разгон? Где разгон? Ну, там на рое. Thank you.
Одна минута. Рыбку не задави. Чем колеса-то выкрути? Руль влево выкрути. Влево. Влево. Еще, еще, крути. Хоро. Давай, давай, давай. Заводи мотор. Заводи, а то же высадись аккумулятор. Зачем? Давай, своим ходом пойдем. Сейчас идет. Руль влево! Влево! Куда руль? Влево, руль! Влево! Ой, не глуши, не заведешь. Побоем, побоем, но... Давай черпанул. Аварийка работала. Как груз увидит. Оттуда. Кинуть пора уже. Ну он нет, он не застрял, он пытается вот сюда прижаться. Для нас к левой стороне. Мы ему просто подсказали, что сюда прижимался. Он, видишь, он пытается прижаться. Он не застрял, ход-то он не потерял. Ну сейчас он там туда рюхнется. Все, он приплыли. Thank you.
Да, Рома. Зрителям роль. Иди дальше с тросом. Бери трос и иди впереди него, и все. Да вариантов больше нет. Стой! Вам там дальше понадобится все равно. Ну как вы едете, понадобится. Все. Уводи его сюда. Ралик, назад! Давай, давай. Нет, не дай. Ко мне сюда. Теперь за дерево там, давай, какого? Разматывай. Трос подтягивай. Тебе тут еще плыть и плыть. Ты бы еще лошадь взял. Сюда, сюда!
нас дернули, в чем? Нет.